глаза никак не закрываются. Спать, маленькая, спать. Закрой глазки. Повернись на бочок. Разве так в куклы играют? Это еще откуда? А головой гвозди забивали. Это ужасно. Эта девчонка мне перекрутила резинку. Дальше жить нельзя. Друзья, давай убежим к другие дети, а? Не возьмут. Кому нужны сломанные куклы? Ну, что носы повесили? Я знаю, что делать. Что? Давайте убежим. Куда? Мужчину сделали. Давайте убежим. Убежим в кукольный мир. А ты дорогу знаешь? Знаю. Ну, согласны? Прука. А Мишку из 10-й квартиры возьмем? Правильно. И медвежонка возьмем. Ему тоже не сладко живется. Ну, живо, за дело!
удивительный мир ожидать под лестницей у лифта? Да. Угли. Я согласен. Никуда я не пойду. Мне и здесь хорошо. О, ну и сиди, начальники, а я убегу. А я Сережку разбужу. Вот возьму и разбужу. О, его и пушка не разбудишь. Я Коле позвоню, он вас не выпустит. А, так, посмотрим. Куда? Ну что, позвонила? Грелка ты несчастная. Грелка, 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 грелка. О. Людям догадаться покрепче спички сделать. О, люди, люди. Бегите скорей к лифту под лестницу. Туда ваши куклы убежали. Скорее торопитесь, вы их там захватите. Вот, вот. Thank you.
доме. Thank you.
заношен. Мы поем, играем, пляшем. И мечтаем об одном. Прошел у поварят, для кого мы? Для меня! Эй, матрешка, отвечай-ка! Отвечай-ка, Мишка-зайка! Негритенок и петрушка! И собачка, и лягушка! Санька, Санька, а крома где нам лучше? У ребят! Стойте! Наши куклы! Тише ты! Вот теперь-то мы их поймаем! Куклы! Не все дети хорошие! Вот что они со мной сделали! А у меня... Смотрите! А из меня мужчину сделали! А как вам это понравится? А я совсем без носа! Матушки! Не может быть! Не может быть! Нет таких детей! Есть такие дети! Вот они! Я поймал их! Вот те самые дети! Лина? Кола! Он самый! Это те дети, которые нас ломали! Но ведь они были... Большой, а эти малюсенькие. Я все знаю. Я все видел, что их мышка маленькими сделала. Они пришли, чтобы вас поймать. Поди сюда. А вы накажите их. К Деду Морозу их. Судите, судите. Никого я не боюсь. Куклы наши. Что хотим, то и делаем с ними. Случилось в кукольном мире. Ну? Так в чем же дело? Говорите. Матрос, иди ты, расскажи. Деды Морозы! Судите и накажите этих ребят. А что они сделали? Кто их обвиняет? Вот, смотрите, смотрите, что они сделали с этой красивенькой девочкой. Не стесняйся, пучеглазочка. Мне стыдно. А это... Уважаемый судья, а как вам это понравится? А это... О, это весьма существенное доказательство. На.
Мы решаем так. Сделать их куклами и отдать злым детям. Правильно, 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 правильно. Верно. Отдайте их моему Сережке. Он их обязательно сломает. Нас нельзя делать куклами. Мы люди. Нет, можно. Навесим на вас ярлыки и будете куклами. На, возьми. Правосудие свершилось. А эти откуда? Почему они не в коробку? Какие замечательные куклы. Всем как живые. Пожалуйста, покажите. Пожалуйста. О, какие замечательные куклы. Посмотри, Сереженька, они напоминают нам наших знакомых. Кольку! Ну да! Нет, не похоже. Те настоящие, а эти куклы. Лучше танкетку. Ну дайте танкетку. Дайте мне эту куколку. Куколы, куколы, когда уже другие купите. Можно. Завернуть? Заверните, пожалуйста. Приставай, девочка, приставай, девочка. Ты все-таки приставь. А чего же она лезет-то? Ну и пускай себе лезет, а ты не обращай внимания. Пожалуйста. Пожалуйста, ты что там с ними делаешь? Тренирую. Ну, брат, от такой тренировочки им не поздоровится. Ничего с ними не будет. Сколько он свои петрушки в воде заколачивает. Ну,
Ну-ка, давай-ка сюда. А то, брат, ими гвоздей забивать нельзя. Пожалуйста, Чет. А? Что это? Полное обновление. Сереженька, что ты с ними сделал? Купал. Как? Разве кукол купать можно? Ну вот, теперь они испортятся. Ничего, привык. Сколько раз я тебе говорила, без мамы ничего не делай, без мамы ничего не делай. Зинка, руки сняли, бежим. Едем с нами, садись. Я не вернусь, Серёг. А куда ж ты? Куда? К хорошим детям, в детский сад. Будь здоров. Тебе шишку набил. Разве так в куклы играют?